Праздничный итоговый вечер провела Федерация парусного спорта Севастополя, пригласив на подведение итогов года, первого года после олимпийского сезона, ведущих яхтенных капитанов, перспективную молодежь, ветеранов парусного спорта и представителей администрации и городского совета. 2013 год по-прежнему подтвердил, что парусный спорт является спортом номер один для Севастополя. И подтверждение этому является то, что Севастополь имеет двух чемпионов Украины. Это Горбатых Ольга, это Борисов Алексей в олимпийских классах, что немаловажно в рамках подготовки к следующей Олимпиаде. В городе только два национальных чемпиона Украины. И оба представители парусного спорта. Мастер спорта Ольга Горбатых в парусной доске RSX и в классе ФИН, мастер спорта международного класса, единственный участник от города-героя Лондонской Олимпиады Алексей Борисов. Я был участником чемпионата Европы в этом году, еще нескольких этапов Кубка мира. Вот. К сожалению, финансирование у нас в стране не поменялось. Вот. Поэтому у нас со спортом международного уровня сейчас большие вопросы. Как я сменил класс яхты, с лазера перешел на фин. Вот. Мы только начинаем тренироваться и врастать в яхту. А как она получится, это будет известно в конце сезона уже. Призы, грамоты, сувениры вручены лучшим в 8 номинациях. Организаторам регаты фестиваля «Парусная неделя Севастополя», капитану экипажа АИЯ Валерию Зубкову, лучшему судье, мастеру спорта Андрею Тараненко, лучшему тренеру Елене Кравчук, лучшей яхтсменке, мастеру спорта Ольге Горбатых. Отмечен самый перспективный яхтсмен Сергей Идеев, яхтсмен года Сергей Мануиленко. Награды вручили вице-президенты городской федерации Олег Вечирко, Валерий Таран, Василий Азатханов, а также от Севастопольского отделения Национального олимпийского комитета Украины Василий Трубников, госадминистрации и горсовета. Отмечена спортивно-массовая работа руководства их клубов Черноморского флота, Юг, Царская пристань, Ушакова балка, Казачья бухта, а также яхт-клубы «Аврора», «Херсонес», «Золотой символ», «Адмирал». Курс севастопольских яхтсменов «Рио-де-Жанейро-2016». Владимир Милянский, Олег Иваченко. Программа «Наше время».